Бандероза, Люнария – это сорта замечательных таджикских апельсинов и лимонов. Условия для цитрусовых в Вахшской долине близки к идеальным, считает Владимир Иванович Цулая, вырастивший здесь первые лимоны 25 лет назад. А сегодня с 35 гектаров лимонария, специализированного цитрусового совхоза имени Нигмата Карабаева, государству сдано более 2 миллионов плодов. Ученые пришли к выводу, что Таджикистан может обеспечить лимонами и апельсинами всю страну.